Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив телефоном з міністром оборони України Олексієм Резніковим пріоритети контактної групи з питань оборони України, яка проведе засідання наступного тижня у Брюсселі. Росія повинна бути уничтожена. Про це заявив прес-секретар Пентагону Пет Райдер, повідомляє «Європейська правда». За словами Райдера, йшлося про постачання засобів протиповітряної оборони і артилерії. Остін і Резніков також обговорили важливість якнайшвидшого постачання озброєнь, які пообіцяли Україні на Рамштайні минулого місяця. Резніков повідомив, що обговорив з Остіном ситуацію на фронті та пріоритети для наступної зустрічі у форматі «Рамштайн». Вона запланована на 14 лютого. Ну, это традиционная речь президента. Было бы правильно ее сравнить с прошлогодней речью, когда она прошлогодняя была буквально через неделю после российской, начала российской агрессии против Украины. И тогда, и сейчас, это впервые за всю историю Америки и в выступлениях президентов, посол одной страны сидел и был приветствован всей аудиторией мощными аплодисментами. Это была ваша посол, госпожа Маркарова, ее и год назад, и вот сейчас. Президент Соединенных Штатов попросил встать, и все ее аплодировали ей. В этот момент как раз-таки также весь Конгресс был в цветах вашего флага, и что вызвало у многих даже слезы, и это очень важно влияет на общественное мнение. Америку любят такие вещи. Вот, и слова, которые сказал Байден в своей речи, 80% своей речи он посвятил внутренней политике, а внешней политике он посвятил только два направления. Одно из них была Украина, второе – это Китай, и, что немаловажно. Несмотря на то, что он мало говорил на тему Украины, но он четко сказал и дал те месседжи. То есть он сказал, госпожа посол, Соединенные Штаты в этом вопросе поддержки Украины для достижения полномасштабной победы пойдут с вами до конца. То есть и после войны точно так же будут заниматься восстановлением Украины. Это очень важные месседжи, которые дают лидер нации публично. Поэтому я довольно позитивно оцениваю выступление и призываю вас именно рассматривать все месседжи, которые идут в Соединенных Штатов, с точки зрения именно внешней политики. Потому что вы будете в последнее время много слышать по поводу противостояния республиканцев и демократов касательно внутриполитических каких-то вопросов. Это никоим образом не отразится на поддержке США, Украины. И вы видите в последнее время, особенно после приезда вашего президента сюда, триумфального приезда сюда в Соединенные Штаты, вы видите, как по восходящей идет поставки необходимого вооружения. И по номенклатурным данным мы видим, что это лишний раз говорит о том, что Соединенные Штаты уже довольно решительно настроены на обеспечение поддержки Украины в этой войне. Кроме этого, здесь очень важно точно так же отметить и визит президента Зеленского в Европу, где это было как будто бы продолжением вот этого визита в США. Ну, мы о визите президента Зеленского еще немножко поговорим с вами. Я вот хотел бы еще коснуться вот этой новости о том, что Джо Байден 20-22 февраля приедет в Европу. И в частности, он посетит Польшу с визитом. Также там Байден выступит с речью по случаю годовщины вторжения Российской Федерации в Украину. И мы, конечно, уверены в этом. Он еще раз подтвердит поддержку Украины в ее стремлении быть независимым государством. Однозначно, это для того и анонсируется. И я еще даже не знаю, они встретятся с президентом Зеленским в Польше, а может быть, президент Байден и посетит Киев. Все может быть, Киев или какой-то другой город Украины, потому что из всех мировых лидеров, единственный лидер, который еще не был в Киеве, это был президент Соединенных Штатов Америки. Ну, вы понимаете, вопросы безопасности, все, что связано с этим на повестке дня, поэтому давайте не будем спекулировать на эту тему. Но факт того, что все ближе, чем
когда европейские лидеры, когда коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами в последнее время демонстрирует вот такую публичную поддержку, вот эта публичная поддержка с визита президента Зеленского сюда, с визита президента Зеленского в Европу, вот такое триумфальное. И чем ближе, когда подъезжают к той же Польше, и регулярно мы это видим, что сегодня весь коллективный Запад на самом деле уже занимается этой войной не так, как это было в начале этого года. И это очень радует. Ну вот и как раз по результатам поездки Владимира Зеленского в Европу, встречи в Британии, в Брюсселе и в Париже. Европейские чиновники некоторые говорят, что то, что делают украинцы, очень разумно. Они точно знают, что им нужно, и знают, о чем просить. Но одно дело просить, а другое дело помогать и доставлять сюда необходимое вооружение для того, чтобы мы могли успешно противодействовать российским войскам на фронте. Потому что время сейчас играет против нас. Я не сказал бы, что время играет против вас, потому что здесь два подхода. Россия сначала планировала получить успех в зимней кампании, на холодную зиму рассчитывала. И она думала, что рассчитывала на то, что Запад не сможет так объединиться и системно подойти к этой войне. Эти надежды не оправдались, поэтому Россия избрала сейчас другую тактику. Как тактика и короткую игру, и тактика в долгую игру, и в той игре, и в этой игре Россия проиграет. Потому что время не работает на Россию. Время работает на Украину. Потому что у России нет тех ресурсов подпиток, которые есть у той же Украины. Да, борьба, противостояние в долгую, она, конечно, имеет определенные минусы, негативные, я имею в виду, связанные с инфраструктурой Украины, с потерей людских ресурсов, и основной удар, потому что проходит через вас. Но говорить о том, что время работает только на Россию, я бы этого не сказал, потому что я вижу системный подход Запада. И вот эти поставки, которые сегодня идут поусиленные, это говорит о том, что что-то готовится. И все понимают, что в небе вот эти поставки, вот этот визит, внимательно посмотрите за этим визитом, просто так президент воюющей страны не покидает свою страну. Здесь политики очень мало. Здесь, если 50% это политики для того, чтобы поддержать общество и показать украинскому народу и всему миру, да, что Запад и Украина едины в этом вопросе, это 50%. Вторые 50% это конкретно непосредственные разговоры, которые идут лицом к лицу, и просто так он туда не прилетел бы. И он получил конкретное заверение, как от премьер-министра Великобритании в вопросах конкретных поставок, связанных и с истребителями, и с необходимыми дальнобойными ракетами дальнего поражения. То есть все то, что муссировалось в информационном поле давным-давно. И поэтому я так понимаю, что вот как и было до этого, в преддверии того же Рамштайна после визита в США, вот точно так же в преддверии нового Рамштайна, если до этого, вы вспомните, были спекуляции на тему танков, дадут, не дадут, сегодня уже муссируется тема истребителей и дальнобойных этих самых ракет, дадут, не дадут и в каком количестве. И все понимают, что в 2023 году вы получите все то необходимое оружие, которое вы не получали в 2022 году. Кроме ядерного оружия вы получите буквально все. А раз это стоит на повестке дня, раз об этом уже публично лично говорят, раз идет вот такая системная работа и в информационном поле точно так же, спекуляции будут, конечно, потому что никто не знает, какой тактики придерживаются западные лидеры и вместе с вашим военно-политическим руководством, потому что это закрытая информация. Можно просто догадываться, да, о чем идет. Все понимают, что Россия уже начала свое наступление, но возможности России ограничены, они ни на Киев, никуда дальше пойти не смогут. Их цель и задача закрепиться вот на это самое Донецк, Луганская область, Крым. Вот то, что они немножко захватили дополнительно после 24 февраля, они хотят зафиксироваться здесь. Все, тема, вся остальная тема их не интересует, потому что у них нет возможностей для этого никаких. А у вас совершенно другая цель и задача. И поэтому, заметьте, риторика по поводу Крыма, по поводу сакральности территории оккупированных России вообще на Западе уже не отсутствует. Плюс эти вот поставки дальнобойного оружия. Плюс, посмотрите, визит в Лондон. Это не просто так. Это очень важный визит. Многого мы еще не знаем, но по информации, которая иногда просачивается, вот, можно сделать вывод, что именно после Соединенных Штатов Великобритания очень сильно вкладывается в этот вопрос. И я думаю, в ближайшее время
далі ми побачимо конкретні результати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.